Доброе утро, мальчишки. Сегодня трудный день, да, Афонечка? Почему у вас долго каникулы? И у тебя будут долго каникулы. Уже на следующий год, сыночек, у тебя будет в садике выпускной, и долго будут каникулы. Тебе один год еще в садик походить, и все. Да? И потом у тебя в школу. Давай, одевайся. Пошли, сейчас я тебе пакетик, справку же надо. Картошка есть. Так, ну что, мы Антошика отправили, папа его повез на работу в садик. Вот, пакетик приготовила, там форма для физкультуры, чешки и сменная обувь. Справку обязательно и кепку. Тоже обязательно. Вот, а сейчас с Афанасием мы позавтракаем, мы поедем на прививку, да? Афоня плакать не будет, потому что ему мама купит? Мороженого. Мороженого? Да. Да. Улыбнулись. Улыбаемся, Афанасий Сергеевич. Сейчас мы позавтракаем, да? Потому что в садике он опоздает на завтрак. Ты не балуйся, пожалуйста. Ты не накакал. Так, сейчас надо в садик в WhatsApp-группу написать, что Афоня задержится, да? Ну что, Гриша на хозяйстве остается, Афонька собрался в садик, да, сынок? Весь дом мой. Весь дом твой. А Коли? В школу? А Коли? На прививку. А Коли? Не колят? Да. Не больно, да? Да. Покажи. А прививочку покажи. Вот там прививочка. Афоня почти не плакал, да? Поплакал. Чуть-чуть поплакал и все, не орал. Ну что, мы в садик? Да. А? Корабль? Пойдем на корабль посмотрим? Пошли на корабль. Алло. О, горки нету, да? А корабль, посмотри, какой а красивый. Горка? Не знаю, где горка. Посмотри, какой красивый. Ты любишь на нем играть? Так, ну что, пошли теперь домик твой смотреть, в группу. Угу. Где твой шкафчик, да? Угу. Так, ну что, вчера мы ужинали просто картошкой в духовке. Сегодня я все-таки решила пожарить эти грудки, здесь утиная и куриная, замаринованная в кавказском этом соусе по-кавказски. Или как? По-кавказски, не помню, как называется. И сейчас это все обжарится и будем обедать. У нас уже 12:20 почти. Гриша тут начистил мне яблок, нарезал. Я их уже сварила. В общем, здесь они. Не могу открыть. Уже закипятились. Сейчас у Григория морковка для заморозки, да? Нет, не трогает. Хлеб что-то он какой-то не очень. Не ешь, я тебе говорю. Ну, не знаю, какой он-то, он липкий внутри. Или пропал уже. Ну, что-то, короче. Нет, он не заплесневевший, но слишком липкий внутри. Какой-то, может быть, плохо пропеченный, поэтому будет собачка. Так, а у нас сейчас уже с Гришей обед. У нас картошку доедаем. В духовке мяско. Ты вот думаешь, это будет очередь? И поедем потом к стоматологу, как Гриша дочистит морковку. Я возьму телефон. Да подожди. И помидорками сейчас буду объедаться. Ты будешь помидоры? Сначала я. Будешь помидоры? Так, Григорий начистил почти миску морковки. Надо все такое хорошо перемыть. И будем ее замораживать на вот этом найсере-тайсере. Я ее буду измельчать. Я сейчас Гриша собрался, и мы едем к стоматологу сейчас, Динскую. Поехали, сынок. Выключи телефон, пожалуйста. Пока что. И расчешись. Сейчас прическа не очень. Так, мы уже дома, записались мы к стоматологу, поехали в Динскую на 12 часов 3.08. В четверг, в общем, поедем. Да, Григорий этому уже рад, да, сынок? Сегодня 1 августа, нашли, наконец-то, мы мороженое-казачок, как Гриша хотел. Я сегодня только... А что оно пропало? А тут оно... Да, тут мы его увидели. Мы пока доехали домой, оно уже подтаяло. Палочка отдельно, да, мороженое отдельно. Все, буду лизать. Руки только помой.
после этих всех больниц, ладно? Слышишь? Да. Так, у меня небольшой перекус после Динской. Это тосты с маслом и компот. И потом варить борщ буду. Мы с Григорием купили арбуз. Не помню, ли по 13, или по 14 рублей. Такой вот. Сейчас его намыло. Сейчас положу в холодильник, чтобы остывал, охлаждался. И будем, когда все придут, резать его. А еще один арбуз купили поменьше. Его будем лопать. Купили резинки. Такие вот большие. Самые большие, которые нашли. 30 рублей пакетик. Вот 3 пакетика купили. Надеюсь, что... Ну, вроде бы попробовали в машине, они натянутся на арбуз, на небольшой. Такие вот резинки. Есть, конечно, и побольше, но нет у нас станицы больше. Вот. И надеюсь, что нам вот этих резиночек хватит. Будем, в общем, сегодня пробовать взрывать арбуз. Дети хотели в прошлом году, но что-то мы как-то не созрели. В этом вот купили арбуз, резинки будем взрывать. Антоха уже дома. Как хорошо. Хорошо, папа, тебе прошел хорошо? Первый день? Первый день. Во-во, как сложно. Да? А где Афанасий? Там. А у него как прошел первый день? А я же замораживать же буду. Сейчас борщик уже довариваю. Чуть осталось. Бабак будем. Ты мне расскажи, как твой первый день прошел. Плакал, конечно. Где? Плакал. Да? Так, прививочку покажи маме. Ты ее не мочил? Ты плакал? Ты не плакал или плакал? Где прививка? Покажи, где прививочка. Ага, еще малюсенькая, ничего нету. Вот. Того. Ну что, борщик готов тут у меня. Пока доставала утку, все выкипело. Вылилось, вернее, из утки. Вот, целая кастрюля на завтра, потому что мы завтра вяжем зелень, работаем. Готовить будет некогда, на обед будет борщ. А сейчас беру резинки. Идем взрывать арбузик. Не, ну сейчас же... Давай мисочку, чтобы арбузик не упал. Мы его сейчас в мисочку положим, да? Чтобы он не падал, да? Да. Сейчас будем пробовать. Что, резинка порвалась? Да-да. Да, эти резинки, может, ну, других вообще нет у нас. Да не, вы не на хвостик одеваем. Я надел. Молодцы. Сейчас папа еще придет нам помогать. Я быстрее. А вместе вы беритесь, смотри. Ты с этой стороны за резинку, Антоша, ты не, с этой стороны. Нет, а тени. Надо сам. Я хочу сам. Я мама. И ты хочешь? Помогайте Афанасию. Я сам. Гамри, я сам. Антош, ну это сразу две, блин. Да, блин, а резинки? А зачем ты две взял? Одна, она просто толстая. А, ну, такая. Ну ты помогай Антошке, это так... Мы так вечно будем. Да. Вот, опускаем. Все. Кто следующий одевает? Давайте по очереди. Потом Афонька. Ну ты вместе, я же говорю, да вместе. Вместе. Вот так, берите один за один, конечно, другой за другого. Чуть опускаем. Да, блин, сразу две слетело. О, все. На, натягивай. Берите, бери. Натягивай, натягивай, тяни на себя. О, вот так. О, видите, это... Я сам. Давай, я тоже вместе. А буги-буга. Вот резинки, они уже рваны. Все. Ничего не слышу. Вообще никаких вопросов не нашла. Больших где же только такие для зелени. Давай. Ну вдвоем, давай. Я же вам говорю.
Слышишь? Ну, да. Шипит уже что-то там орёт. Смотри, послушай. Я ну, давай, подальше сяду. 4, 5, 6, 7. Так, давай. Сделали сельско. Сколько я здесь штук? Там кто-то слушал, послушал, там их. Это что не кричит? 8 штук. Ничего. Ой, я уже боюсь. Я подальше сяду, Афоня. А вот иди на папу, пойди на папу лучше, Афоня. Пойди на папу. Там кто-то шипит. Там лавит. Это червяк там. Ну да, прям уже страшно, мол. На, да. Я так и боюсь. Ой. Перебор. Давайте. Край возьми. Давайте. Две. Вот мне сейчас Наташа смотрит. Сейчас. Там кто-то шипит. Послухайте, девушка там шипит. Не знаю. Девушка там шипит, уже будет. Он сейчас должен взлететь. Летающий арбуз. Да, а вот эти можно связать. Я еще ниже летел. А блин, ну тут держится вот это вот хватит. Давай. Сколько здесь? Это еще не рифт. Тамри! Да? Давай тамри. Тихо, не бей. Не бей же ему. Ой, боже мой. Давай тамри. Да потом уже потом еще может и потечет. Потечет, может, потом. Мама, ты боишься? Мама, ты боишься? Да, там уже что-то есть. Кому на голову упадет, тот того ставит. Давай, скажи. Аката, аката. Давай, нога. Тебе. Да, шипит. Давай, давай, нога. Тамир, послушай. Я уже серьезно. Тамир, послушай. Слышно? Сильнее, сильнее. Тамир, послушай, сильнее. Отходи. Если ты его нажмешь? Да. Антоша, иди сюда. Антош, самое интересное. Афонечка, иди ко мне сюда, отходи. Я тут замерз. Я слышу, давлю он. Да? Опа, слышите, слышу, тихо. Иди сюда. Его чашка держала. А, иди сюда. Угу. Отходи, Антоша. Антошка, сейчас самое интересное. Ну давайте, когда? Антош, отойди. Ну, у нас резинок мало, блин, надо еще побольше резинок, но нигде не было больше резинок. Ну, сейчас просто треснет. Нет, давайте разрезать. Не, ну подожди. Папа его. Папа его раздавил. Саша, привет. Неси ложку. Это зря. Неси ложки всем. Все, давай, я сейчас. Неси, да ну что ты перевернись, куда? На землю, Гришка. Так, а мы сейчас уезжаем. Мама, мяки. Куда мы уезжаем? Не знаю. Афонь, куда мы уезжаем, расскажи. Мы не знаем. Так ты тоже не знаешь? Мы не знаем. На фонтан, да. Палисадник, жди нас дома. Мы поехали на фонтаны. Можно было заняться палисадником, а то вас бы палисадник тоже шокировал травой. Но мы поедем смотреть на фонтаны. Пока! Заехали мы в Краснодар. Тут сразу все красное горит. Все стопаки нажали. Так, мы выезжаем сейчас на какую? На красную, да? Сейчас еще постоим на светофорчике. Опять все стоп нажали. Так, мы приехали. Теперь осталось только перейти к Авроре. По подземному, да. Я не видел подземного. Где у нас? В Мышастовке? У нас и таких зебр мало. Вот сейчас... Под землей, да? Проход. Я у нас горит и не видел таких. Ой. Ну, давай нормально. Сейчас. Кинотеатр на ремонте. Или как это? Я не знаю, он даже на ремонте или на реконструкции? Реконструкция. Ну, полностью. Да, в общем. Мама, да тут ты купаться можешь. Да, что мы эти не знаем. Гляньте, как тут круто, тихо. Блин, мам, зря, что мы эти. Трусы. Гришенька, иди до папы. Трусы нельзя. Ой, это что? Это что? Это Аврора кинотеатр. Вот это вот сам кинотеатр. Я даже в нем была один раз. Смотрела фильм... Сволочи. Сволочи. Да. А как вы сидели в кабине? Да, даже на велике как можно по нему ездить. Вау! Так, короче, я иду. Нет, мочиться только не надо, ладно? Да. Вот когда-нибудь... Это днем надо, днем просто. Класс, да? Ничего. Да? Обалдеть. Гля, как тут красиво. Ой, Антоха, не мочись только, ладно? Ай, зашли.
Пошлите еще чуть прогуляемся. Пошлите сюда по парку, пошлите. Пошли еще немножко пройдемся. Да, тут все на прокат, всякие машинки, даже гироскутеры. А вот еще один фонтан, но он не работает, да? Я не знаю. Да, он не работает. Что-то он тут не работает. Ну тоже смотри под ноги, куда ты сейчас врежешься. Коралловые бусы. Мне уже кума про него рассказывала, про коралловые бусы. Женька. Ничего. Что там все вкусно, но порции такие, цена вроде не очень дорогая, но порция такого размера, что, знаешь, кажется, что дорого. Не, ну по нему видно, что он, знаешь, не это, да? Да. Даже спиннеры какие-то интересные. Он со временем вот так вот расшатается. Не, вот это очень хорошо. Я бы такое хотела. Пошли. Я куда-то хотела бы такие же спины. Я хочу как это щит как раз. Это даже живая музыка. Да? Так ума тут не зачем ходить на работу, да? Получаю удовольствие от своей работы. Зато настроение у всех поднимается, да. Антоша, вот. Гриш, ну что там, горки большие? Ой, прыгать с них это. Хорошо. Что, пойдем дальше? Да. Пойдем до фонтана? Фонтана. До фонтана, да. Афоня, то боялся этого фонтана, да? Такая огромная, да? Ждем еще одну. Вата, мы ждем, да. Гриша, а ты где? Подожди, Гриш, тоже. Держи, папа. Пошли. Бери, бери потихоньку, бери. Да. Ну, у нас станица поменьше, конечно, делают. Там 50, но там реально поменьше. Пап! Да я чуть-чуть. Папа. Знаешь, это за то, что так не липнет. Такая гортензия красивая. Но, правда, уже подсохла, но очень мне нравится. Эти зеленые шарики. О, шарики. Это футбол играет. Угу. We'll be right back.
ясенок. Доехали, все благополучно, все разделись, ехали в машине без одежды мокрой, да? Укрылись ковриком для аэробики этим голубеньким, который мы покупали. Он же такой тепленький. И, в общем, ну, там эти кубики, там же есть нагреватели, они кубики теплые становятся. Там только сейчас доедает свой борщ, и будем отдыхать, да? Да. Уставшие приехали. Уставшие. В машине все спали. Ну да. Кроме папы, конечно.
For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying